Ну, тогда сделаем обзор на экскурсию нашего старта. Опа. Ветер говно. Пардон. Она хоть записывает или нет? Посмотри. Да. Все отлично. Привет. How are you? Четвертое, 12-е, 17-е, 52-я программа видео «Второй человек». Пусть камера. Пусть пока поддержит. Все, готовы бежать? Ну вот так наискосок. Подальше, подальше, подальше отойдите. Прямо туда, подальше. Подальше, подальше. Вари, вари, спас, окей? Okay. Не бегай. Подождем? Давай подождем. Блин, ну был бы там мужик. Ну, не подбежи. Потянем. Ты клевый потянет. Она только сядет вообще, что клевый. Вперед пошли. Давай ждем тогда, да? Мы это и делаем. Там мы и так сейчас ждем. Мы просто говорим, мы не летим. Не перетягивай это все. Я думаю, солнце хоть какую-то роль сыграет. Чего? Поднимет хоть немного. Солнце? Ну. Дива, может такое быть, что там на самом склоне немножко есть? Нет. Что-то покажем, если там что-то есть. Не склад, потом. Если там что-то есть, он видит, конечно. Пока что там ни хера нет. Вишем то туда, то обратно. За Русика вот уже все договорились, вот а Русик такой еще создает шоу. Спал, бедный. Ну, подумай, ну нахуй не надо, походу. Ну нам нахуй не надо, ну тем более. Вот, гид, смотри. Да. Вроде бы что-то передавливает, но не до конца. Да там не стоит. Да, там вообще. О, да. И на камень там, потом подпрыгнул и полетел. Не стартер. Кем уже в коне не сидит. Надо было ему бедному хлеба дать. А с утра ничего не ел, я хлеб купил. Так будем долго стоять. Ну да, будем стоять долго. Ну, может быть, туда он. Что там тоже север? По-моему, там тоже север у них сейчас. Да. Слушай, если... Да, север. Ну, я вижу, что север. Не полетишь? Да полечу куда делать. Ты можешь запустить? Ты можешь... Да смысл тут запускать втроем, блин, вдвоем надо запускать, вы гоните, что ли? Надо веревку бы, если бы веревку, ага, можно было еще сюда людей прицепить, чтобы тяга больше была. Да, не, просто место хорошее.
я тебя понял. А что ты не хочешь там, а где ты в прошлый раз? Такой, тут вообще почти стих. Ну это да, кажется, все равно оттуда тянет. Давай попробуем. Давай попробуем. Лёха. Если что, я говорю стоп, значит стоп. Понятно все. Лёх, можно быстрее как можно дальше, окей? Run faster as you can. Окей. Так, попробую, Как я не люблю эту хуйню. А что делать? Могли бы вообще сегодня не работать при таком ветре. А то стоим просто тут, грубо говоря. Ничего не делаем. Нашел один. Да, надо. Потянем. Она уже тоже хочет, а лично она этого хочет, давай. Почему бы и нет? Two, three, run!